Добрый вечер, мои дорогие Дианочки. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я к вам с одним обалденным, шикарным пирогом. Сегодня будем делать пирог с красной рыбой, шпинатом в такой сливочной заливке. Если быть точнее, этот пирог называют во Франции киш лоран. Но мы не во Франции, мы у меня дома. Да, давайте я вам сейчас покажу, что нам нужно, и уже перейдем, начнем работать. Начнем, конечно же, с теста. В первую очередь сделаем тесто, а потом уже начинку. Все, поехали! В муку добавляем соль и хорошенько размешиваем. Следующим отправляем сухие дрожжи. У меня 7 грамм. В Германии рассчитаны 7 грамм дрожжей на 500 грамм муки. Также хорошо перемешав их с мукой. Далее отправляю к муке 2 полные ложки столовые йогурта. У меня греческий йогурт 10%. Вы можете взять любой йогурт, любой жирности. Или же заменить йогурт на сметану или кефир. Теперь добавляем потихоньку теплую кипяченую воду. Можно и обыкновенную теплую воду. Не обязательно вливать сразу всю воду. Вливайте понемногу и посмотрите, сколько вам в итоге понадобится воды, так как мука везде разная, с различной влажностью. Начинаем замешивать тесто, собирая его в один комок. После того, как собрали в комок, добавляем 50 мл растительного масла. У меня в данном случае подсолнечное. Теперь начинаем сам замес теста способом растягивания и отбивания теста. Тесто замешиваем 10 или 12 минут. Если вам неудобно замешивать тесто вручную, вы можете прекрасно замесить его и в вашем тестомесе или просто миксером. Главное, на самых малых оборотах. Спустя 10 минут тесто наше готово, складываем его в форме конверта, несколько слоев, и уже отправляем в промасленную чашу на расстойку на 45-60 минут. Пока тесто будет растаиваться, я начну готовить начинку. Шпинат хорошенько промыть, отправить в большую кастрюлю. И залить весь шпинат кипятком, дав постоять 5 минут.
Теперь аккуратно весь шпинат помешиваем, чтобы он хорошенько весь бланшировался. А теперь берем ножницы и начинаем его просто прорезать. Это очень легко и очень быстро. И аккуратно, конечно. Шпинат мой готов, теперь нужно его процедить. Процедив шпинат, мы должны его хорошенько выжать, практически полностью освободить от воды. Теперь переходим к сливочному соусу. Добавляем в чашу сливочный сыр. Отправляем туда 3 яйца. Чайную ложку соли. Обязательно душистый черный перчик. Солить и перчить, конечно же, по своему вкусу. Теперь начинаем это все хорошенько вымешивать до однородной массы. К этой сливочной массе добавляем еще обязательно пол чайной ложки сахара. Моя сливочная масса готова, и теперь отправляем туда сыр моцарелла. Для этого я ее быстренько натру на терочке. И отправляю половину тертого сыра в соус. Вторую половину тертого сыра оставляем на потом. Она нам понадобится чуть позже. Теперь размешиваем хорошенько моцареллу с соусом и уже переходим к следующему этапу. Соединяем шпинат с соусом. Наша сливочная заливка практически готова. У вас должна получиться вот такая воздушная, очень пышная зеленая масса. Так, Дианочки,
Тесто мое уже подошло. Посмотрите, какая прелесть. Немножко оттяну. Итак, начинаем работу с тестом. Вначале я обязательно опыляю мою форму. У меня форма диаметром 30 сантиметров. А теперь перехожу к тесту. Нам нужно тесто просто растянуть. Кто не может растягивать тесто просто руками, пользуйтесь обыкновенным способом. Берите скалку и раскатывайте тесто скалкой. Готовую лепешку переносим на форму. После того, как мы придали форму для нашего коржа, начинаем выкладывать копченую рыбу. В моем случае это уже нарезная копченая красная рыба. Вы же можете взять любую рыбу вашего вкуса. После того, как я выложила всю рыбу, я добавляю еще 125 грамм свежего микс-салата, который состоит из свекольной молодой ботвы, молодого шпината и рукколы. Этот салат не нужно бланшировать, он должен быть обязательно свежим. Этот микс-салат вы можете приобрести в Германии в магазинах Lidl. Ботва, шпинат и свеклы. Ты это закроешь или нет? Нет, это будет открытый насчет. Тогда она это будет не сварить, а... Не сварить, а пожарить. Изабелли. Пожарить что это? Пожарить это обратно. Или собаки лезли. Не чесать не висно. Обязательно помидорчики в масле обмакать, и вот потом суем их вот так вот. Суем. Суем, засовываем. Теперь закрываем вот эти края, просто вот так вот. После того, как мы скрутили бортики нашего пирога, начинаем обсыпать края бортиков оставшейся моцареллой.
Также можно обсыпать пирог по желанию кедровыми орешками, но это по вашему желанию. Хотите, обсыпайте, хотите, конечно же, нет. Отправим в духовку. Вот такая красота. Посмотрите. Все. Хорошо. Также можно красиво оформить бордюрчики пирога дольками помидорок черри, обязательно обмакнув каждую половинку в подсолнечном или растительном масле. Так, хорошо. Такой хороший, какой красивый. Да, Бубу? Mm-hmm. Сейчас будем чай пить. С этим? Да. Ты не хочешь? Хочу. Ты здесь. Какой ты молодец. Сегодня у меня дочь снимает. Я каждый раз снимаю. Не каждый раз. Не каждый раз, но это не как будто я первый раз снимаю. Нет, не первый раз. Я тоже молодец. Ты молодец всегда. Кто не знает, ты всегда молодец. Всегда у меня молодец, доча. Так, все, Бабулик, хватит уже красоту. Вот такая прелесть у нас получилась. Посмотрите, сказка. Это вообще прямо не дождусь. Сейчас испечется, и мы сразу будем пить чай. Вот с этой красотой. Отправляем выпекаться. Полный рецепт этого пирога, или киш лорен, или называйте как хотите, я напишу, конечно же, под видео. Так что читайте в инфобоксе, там будет все стоять. Ну а теперь на этом буду закругляться. Спасибо вам огромное за то, что просмотрели сегодняшнее видео. Очень надеюсь, что вам понравилось и что вы, конечно же, повторите. А также огромная благодарность всем моим Джанулечкам, Джаночкам, Джанулькам за вашу поддержку, за то, что вы пишете такие бесподобные комментарии, за вашу любовь, за то, что вы подписываетесь, за то, что вы делитесь везде мною. Огромное вам спасибо от всего сердца, от всей моей семьи. А я на этом прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Оставайтесь все в добром здравии, не болейте. И желаю вам всем мирного неба над головой, чтобы не было ни войны, не было ни смертей, ничего. Мы в данный момент тоже переживаем очень за то, что происходит в нашей стране. Поэтому будьте толерантны и человечны. А я на этом говорю до свидания, до следующих встреч. Люблю вас очень. Пока-пока. Красивый. Привет, мамочка.
подходить.